Приветствую вас. Ну, во-первых, нужно расставить некоторые точки над «и» в ситуации, которую я писал. Первое. Резкость, грубость, саркастичность имеет под собой разные основания. В частности, например, это может быть следствием черт вашего характера. Вот. Это может быть следствием реагирования вашего на определенные ситуации. Вместе с тем это может быть, могут быть и механизмы защиты. Это может быть механизмы защиты, психологической защиты. Какая-то угроза вам, какой-то негатив для вас, страхи могут быть, опять же, ваши. То есть это все работа. Ну, для начала надо бы отделить одно от другого, конечно же, сначала. Нужно отделить одно от другого. И, ну, решить для себя что вы хотите в себе поменять и для чего. Что и для чего. Вы хотите в себе поменять. Дальше. Поработать с теми основаниями, которые у вас есть для того, чтобы, ну вот, так реагировать. Понимаете, что я имею в виду? А вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Только основание для, значит, того, чтобы вести себя таким образом, у вас уйдут, исчезнут. Сразу ситуация будет гораздо лучше, гораздо легче. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Дальше. Существуют объективные и субъективные критерии того, что вы пишете редко, грубо и саркастично.
Что значит резко, что значит грубо? Вы пишете, мне это не идет. Что это значит? Противно от чего? Чтобы стать кем-то, нужно себя принять. Принять себя полностью. Такой принять себя, какая вы есть. Если вам противно, то не будет ситуация складываться позитивно для вас в этом смысле. Вот. Потому что, ну опять же, да, вы не сможете быть собой просто, если вам противно. Кроме того, нужна цель. То есть, если вы хотите поменяться, да, то вам нужна цель. Вам необходима цель. Вот. И эта цель послужит вам вектором и мотивацией. Если этого нет, если цели и мотивации нет, соответственно, могут быть проблемы. Так что это вот то, что вам, ну, на что вам нужно обратить свое внимание. На мой взгляд, по крайней мере. Вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи.